Привет всем! Мы сейчас находимся в центре Москвы. Почему я здесь? Почему не на площадке? Сегодня я иду на фестиваль еды, и я там буду одним из приглашенных выступающих, собственно. Я давно хотел побывать в Ютелеграф, там вроде очень должно быть прикольно, и когда меня позвали, я решил, почему бы нет. А затем мы поедем в Химки на еще одно мероприятие. Такие огромные лужи, что очень... Блин, стрёмно. Я нашел место, где продается микрофон. Нашел. Микрофон для GoPro, где продается. Я его не купил. Поэтому я сразу извиняюсь за звук. Кнопочка пятого этажа не работает. Хинт проехать на лифте. Немножко не сработал. Собственно, у меня сегодня день отдыха. Так, напоминаю, что сегодня первый день седьмой недели. 43-й день. Добавился еще один круг. Так что кругов теперь 6. Фестивальчик. Ну вот и я. Я Саша. Привет, Саша. Привет. Возьми напиточек справа. Напиточек справа? Что? Он бесплатный? Да. Конечно, возьму. Короче, вот наша зона. Ага. Здесь все будет происходить. Бежая до Ленинские средства. Работает. Кто-нибудь, кто слышал о воркауте что-нибудь, кроме Миши и Виталика? А вот не из организаторов, которые меня позвали. Отлично. Это просто меня немножко сбивает, поэтому вот эта вот белая светящаяся штука. Это было ужасно, ребят. Да-да-да, вот Миша начал говорить правду. Не то, что вы подхалимы. Ничего страшного. Нормально. В ужасной лекции самый лучший момент, когда она закончилась. Видите, смешно, потому что это правда. Вот мы пришли в Химки. И здесь как-то дохрена людей. Ребят, кто еще не был? Немало, да, народу собралось такие? Такую погоду. Вообще, как бы. Ты смотри, сколько народу-то. Вообще, да. Из своего района только 8 или 10. Охренеть. О, где, такой? где это? Здорово, ты добралась сюда. Молодец. Я еще не добавлял, я завтра. Я пока еще в процессе, да. В процессе? Сейчас у меня 3 круга, 4-5. Хорошо. Молодец. Будем тобой гордиться. В общем, что я могу вам сказать по итогам сегодняшних мероприятий? Ничего! В Химках круто. Ничего все. Здесь круто нет. Все проходит. В Химках все круто проходит. В общем, всегда готовьтесь, подготовка решает. Если вы не готовитесь, то вы готовитесь к поражению и к тому, что у вас будет ужасное выступление. С учетом того, что в ноябре у меня еще 2 выступления, я учту эту ошибку и подготовлюсь. Вот такие дела.